Приветствую. Хочу с вами поговорить о сегодняшнем заявлении Зеленского по поводу проверок ТЦК и СП. И вот давайте сейчас небольшой кусочек из этого заявления послушаем. И у меня к вам есть такое небольшое задание. А найдите то, чего нет. Да, найдите то, чего президент не сказал. Давайте его послушаем внимательно и поищем, о чем же умолчал Владимир Зеленский. Загалом вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, 33 підозри, обласні воєнкоми, міські, районні, працівники ВЛК, інші посадові особи. Зловживання в різних областях – Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба що в цьому різниця, цинізм всюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Ну що, як вам? Нашли кучу нарушений, как мы видим, есть продвинутые военкомы, которые даже криптой брали, и вот, да, есть уголовные производства, пидозры и прочее. И, возвращаясь к вопросу, а чего же не сказал Владимир Зеленский? А на мой взгляд, Владимир Зеленский не сказал ту проблему, которую мы видели постоянно с вами. Силовые приводы людей в ТЦК и СП. И как бы приводы, да, ну я мягенько так называю, потому что это не совсем приводы, это действия, которые скорее описываются статьей 146 Уголовного кодекса. И говорится о похищении людей, да, о лишении их свободы и прочее. Почему об этом президент умолчал? Ведь когда речь шла о проверках, мы хотели увидеть результаты вот такие, чтобы показали тех людей, которые незаконно задерживали на улице, применяли силу, били человека, чтобы их наказали и показали нам, что вот уголовные дела, вот реальные сроки и прочее. Но в результате проверок оказалось, что в военкоматах только одна проблема – коррупция. Только одна проблема – только коррупция, и все. И больше никаких проблем нет. Что единственное, что делают военкомы и ВЛК, это то, что они за деньги продают непридатність до військової служби і таким образом допомагають там людям избежать мобілізації, виїхати за границю, і все, других нарушений нет. А ті сотні відео, а може і тисячі відео, які ходять в сети з применением сили представителями ТЦК, это не нарушение, это нормально, все окей. Ну и, конечно же, наверное, все окей, потому что есть у меня подозрение, что коррупционной составляющей там, конечно, больше. И, видимо, уже на сегодняшний день дошло до того, проблема стала настолько глобальна, что вот эти действия представителей ТЦК и СП, я имею в виду продажа белых билетов и прочее, да, они стали настолько масштабны, что способны повлиять на результативность мобилизации. И мне кажется, что вот именно по этой причине вот так активно государство занялось борьбой. И более того, у меня есть подозрение, что это не показушная борьба уже идет, а это реальная борьба. Почему? Потому что продается белых билетов в таком огромном количестве, что скоро некого будет призывать, потому что все у нас вдруг стали непридатными. А что вы думаете, это реальная борьба с коррупцией с целью обеспечить мобилизационный план, то есть призвать то количество людей в армию, которое запланировано, либо же это просто замена одних людей на своих людей, и ничего в итоге не поменяется, никаких реальных последствий этого не будет. Либо есть, возможно, какой-то третий вариант, который я не учел. Но, знаете, главное, вот главный вопрос, который у меня остается на сегодняшний день к властям,
А когда же будут все-таки посадки вот тех представителей ТЦК и СП, которые били людей, которые стреляли, которые силой тащили в бусик, везли в военкоматы и удерживали их там? Когда мы увидим уголовное преследование этих людей? Когда их привлекут к ответственности? Военкомы — это классно, коррупция — все хорошо, нужно бороться с ней, никто не спорит. Но когда вот те понесут наказание, вопрос остается открытым. Тем более президент о нем почему-то умолчал. На этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.